Всем доброго времени суток, с вами Полина Викетбет. И мы проходим Фир 3. Со мной компанию мне составляет Сергей Аскарвер, ютубер. Вот тут вот наверху написано. Да, всем привет, народ. Мы с вами продолжаем прохождение третьего Фира. И в прошлой серии мы с вами остановились на том, что мы вот на вот этой вот шняге разбились нахрен вот здесь. Это, походу, какой-то супермаркет, судя по виду тележек, по дверям, по следам крови. Да, давно не было Фира, но то, что я помню, мы сбегали из какой-то тюрьмы, да, и сейчас застряли, типа, в супермаркете. Мы сбегали из дурки. Из дурки, да, мы, получается. Ну, там дурка была больше на тюрьму, когда похоже. Пошла? У меня в глазах помутнело, я, наверное, правильно иду. Нет. И чё тут? Тут же телепатическая связь, алло. Вот, насколько я помню вообще сюжет этой игры здесь. Всё крутится вокруг чувихи с этими, с экстраспособностями. Вот, и мы с Серёгой типа её дети, но я вообще труп на самом деле. Вот. И нам надо было сбежать из дурки, а сейчас, как мы уже говорили, мы застряли в каком супермаркете, я забыла, как приседать. А, факт в том, что я тебя этот мой персонаж, который я пристрелил. Я вообще забыла. Мой персонаж, который я пристрелил тебя еще в первой серии эфира. Ой. Слушай, там что-то по потолку пробежало. Я тебе отвечаю, там тень была. О, ты что дерешься? Потому что я могу. Дурак, что ли? На какую кнопку драться? Колесико мышки. Угу. У меня фонарик есть, кстати. Блин, я уже столько. Тут смотри, кто-то босиком ходил. А, бывает. У меня фонарик какой-то глючный. Слушай, кто тут дрыгает моей лестницей? Давай, ползи. По-моему, мы какие-то скримеры пропускаем. Ты видел скримеры? Нет, я видел дрожащую лестницу, когда ты шла по ней. В этом супермаркете кто-то пролил очень много кетчупа. Это да. Смотри внимательно сейчас на лестницу, я поползу. Как тебе такое дерьмо? Блять, как бы она не упала. Ну, в принципе, я дух, мне бояться нечего, это ты должен там обсираться от страха. И оперный балет. Что происходит? Альма опять где-то она тут тусуется. Заимумукала уже. Ну, я вот глаз нашла. Может, он сюжетно важный? Может, это как в этом, в Borderlands, где, помнишь, надо было символ искать? О, пистолет. А, ты секретку нашел. Где? Что это такое? Телепатическая связь. Я ей поделился. Короче, о, вот эту машину возьмем и будем. Слушай, вот согласен. Еще смотрим на электрокар, вообще топчик. Огнетушитель. Огнетушитель дорого. Тут кого-то стошнило, да? Сразу в две стороны. Ага. Control. Сосало. У меня хорошо подсказывает. О, смотри. Видел нога? Нет, не успел. Он выпрыгнул, короче, из толчка и туда наверх. Слушай, я смотрел на патроны. Ты же понимаешь, из-за того, что мы начали записывать с тобой эфир, меня сейчас, блин, понесет на всю ночь запись. Почему? Потому что войду во вкус. Ты думаешь, мы всю ночь писать будем? Ну, может быть, я без тебя начну писать. Ого, тетя, блин, я испугалась. Так, тут где-то патроны. Иди, возьми патроны. Я думала, что случилось. Я уже забыла, что перед тем, как мужик умирает, там в глазах темнеет. О, еще один трупак. А мы здесь были же уже? Нет. Я в зеркалах иди, не отражаю. Иди, тебе тело забери. Оно не забирается, слушай. У тебя КД, видимо. А, ну, может быть. Логично. А раз не забирается, значит... Подожди, это ты его так в мясо превратил или... Не, он живот лежит, смотри. Вот.
А мясо тут уже было до нас. Где трупак-то? У меня трупака нет. Вот, смотри, вот. Нет у меня здесь трупака никакого. Так вот он лежит, вот, видишь, я его пихаю. Интересная пина. У тебя, может, детализация в настройках на низкой нет, стоит? Нет, у меня все на ультрах стоит. Ну, у меня же работает как надо. О, языческие символы. Расстреляй. Здесь какие-то шаманы поработали. Да мне кажется, тут просто дикие рассинхроны. Так, надо трубу. Мебель починить. Залагала. Я не отвечаю, мебель залагала. О, вот еще залагала, смотри, по-любому. Не может же просто так стол трястись. Думаю, да. Куда ты так бежишь? Тут могут быть эти. Гипотетические связи, которые нам нужны. Я нашла одну, смотри. Свой. А чё она не берется? Да блин, ну иди нафиг. Ой, о, видишь. Делиться. Слушай, поэтому мы, по-моему, Сократ нашли какой-то. Не, тут проход дальше, я залазь сюда, если у тебя там некуда идти. У меня чуть ли у меня лестница аж подо мной прыгнулась. Чё-то, походу, я потолстел. Ну я сюда пошла, короче. Тут что-то есть. Ты... Привет. Тут ты внизу. Охренеть. Че охренеть? Ну потом в записи посмотришь. Ты меня испугался? Нет. Тут приколюха другая была. Блин, тут прикольно. Смотри, встроенный фонарик сразу. Мне это нравится. Тебе хорошо. Мне надо на F нажимать. А у меня сразу все передо мной свечи. Может это этот сила духа какая-нибудь. Как в Шаман Кинг, только наоборот. Да, да, да. Амидамару, дух бесплотный. Единение, да? А прикинь, если мы с тобой единение замутим. Жопа будет всем на свете. Ты будешь стрелять? Ой, блин. Ты будешь, ты знаешь, как раньше школота в Counter-Strike играла, когда компы были редкостью, типа я управляю это, бегаю, а ты стреляешь. Угу. Да блин, как ты туда залез? Присядь. А, тут у меня вообще не в ту сторону. Смотри, там какая-то он кукла. Видишь вон ту штуку? Так, ну, я тебе про нее и говорю. Я, по-моему, такую видела уже. Ты еще говорил, что я тебя не подождала. К ней подходишь, у тебя в глазах темнеет. Я пойду попробую ее сейчас, слышишь, взять. Угу. А ты смотри. Оп. Нет, ты, к сожалению, не попала. А ты? Слушай, я походу знаю, что надо. Ну слушай, страшная музыка кончилась, мы, наверное, это. Безопасности. О, что ты сделал? Я просто прошел чуть дальше. Ты взял ее? Нуп. Слушай, там дальше по локации темнота лютая. У меня фонарик есть. Так что все в порядке, калькулей это. Да не возьмешь ты ее. Ага. Не пройти никак дальше. Профессионально. Почему-то. Да блин, у меня такой план был надежный. Блин. Сматериться хотелось. Матюкнись. Надежный, как свиры. Блин. Как швейцарский нож. Ольна. Я что-то маленько ножку подвернул. Блин, у меня плохо с паркуром вообще в этой игре. Мне не нравится. Надо придумать, как эту куклу взять. Желательно побыстрее, чтобы не затягивать. Плюс один. Либо болт просто на нее забить и все. Ну смотри, тут есть лестница. Вот эта вот. Она здесь неспроста. Да колдани. Не-не-не, ты ее не достанешь там, смотри, она уж прям залезла. Да ладно, забей, погнали, next. Не обязательно же все коллекционки собирать. Так это, наверное, бонус какой-нибудь игровой.
Так. Блин. Алло, вниз, иди. Ух ты. Комцумер. Да я отсюда спрыгнуть могу, если чё. На... Я веду разведку и наблюдение. Тут очень много телевизоров. Давай сопрём мне один, как раз будет вторым монитором. В этой части супермаркета был этот Эльдорадо. Тут какая-то дичь бегает, так что давай подтягивайся. Я слышу звуки зомби. Вот я тоже мнение. А я не только слышу. О, связь. Ты связь пропустил. Засвязись. Убери повышение. Присоедини магазин к каждому оружию. Да ты время замедляешь. Нет. Видел? Да, я видел. Там паркурщик был. Слушай, тут меня телевизором кто-то кидает. Ой, их тут много, слушай. Нет, это походу один, это типа призрак. Я не шучу, нас преследуют. А, так это вообще говоришь, что я не я. Пошли, пошли, пошли. Нас преследуют, нам нужно съебывать. Че тату? Есть. О, ствол. Сейчас драка будет, да? Ага. У меня еще и ствол нормальный. Он выход за телевизорами. Не, они что-то не ломаются. Че петуешь? Я зарезал, типа, нормально все. Ты в порядке, Калька? И ты брут. Три убийства особым ударом в спину. Это обычные парни, слышишь? Трейсеры недоделанные, блин. Пошли. У него анархия на груди. Ну, значит, не зря расстреляли. Думаешь? Ну это да. Тут это сверху по потолку кто-то шарится. Тут товарищ потерял верхнюю половину тела. Нам определенно туда идти. Опасность. Заблокировано. Вот смотри, сверху песок сыпется. И кетчуп льется. Мне бы патрончики. Готов, Ченко. Ух ты ж. Мочи петуха. О, нормально, всосало его. Что он умеет делать? Я умею бить когтем. Оружие наносит больше урон, чем при крушении. Понятно, короче, берсерки, милишники, походу. Они паркурщики. Я не могу молоко взять. Тебе короче, мне надо этот убить кого-нибудь. Пошли, я зомби-мен, мне ничего не страшно. Ну давай, веди. На нафиг. А! Девочка. О, УЗИ. Смотри, какой я мощный. Знаешь, как я сюда попала? Как? Тут это как ее Альма, да, была. И я ее за зомби приняла, оказалось, что там проход есть. Внезапно. Угу. Короче, я бруталити. Смотри. Опа. Ты время замедляешь. А, падает! Бежим, 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 бежим! Бежим, 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 бежим. Все нормально, калькулируем. Тут опять эта Альма была. Это, походу, она время замедляет, слышишь? Да, она на сейве просто. Да, блин. Минус 3 уже сделал. Ты где дубинку свистнул? Я. О, у меня топор. Возьми дубинку, он. Вот скажи, зачем мне дубинка, когда у меня есть два УЗИ? О, крики можем пособирать. Пособирай. У меня как раз еще патроны на УЗИ. Не, ну это надо во всех хоррорах делать, короче, второго игрока бессмертным призраком. Это очень круто. Ну скажем так, ты не бессмертный призрак, ты смертный.
О, тут связь. Так у меня есть свежее дыхание. О, они зомби, короче, я поняла. Да? Альма же должна была ими рут. Вот петух. О, видел, видел, он лежал и воскрес. Да, да, да. Я его обратно. Я тебе говорю, это зомби. Так, я кнопочку. Я нажал. Слышу этих. О, еще связь. Дай гранат. Что там делаешь? Я по гранатам просто постреляю. Ой, я нашла УЗИ. О, давай мне. И две гранаты. УЗИ забери. И свечки. Так, где УЗИ? У-у-у, УЗИ. Вот я по вот этим гранатам пострелял. Они что-то не берутся. Че, let's go? А, блин, мне показалось тут, короче, мне показалось вот это, как будто это. Опять нижняя часть туловища. Смотри, бумажка в воздухе кружится. Погодя. Потолок улетел и растворилась. О, еще. Она из коляски из этой вылетела. Ну и забей. Вон еще одна, смотри. Она фонарик включила. Вон еще бумажки, нам за ними идти, наверное, надо. Пойдем. Смотри, там пожар. Нам надо идти за бумажками, смотри. Тут все горит вон. А с этой и с этой стороны горит, смотри. Все горит. Врывали те. А чем мы в эксит не пошли? Ну надо же все полутать. Там пулицкий, гранатский и прочая такая лабуда. Горящая дверь не открывается. Пошли. Эй, ты выйди оттуда. Атмосферненько. Эй, ну-ка нам. О, связь. О, это духи, смотри. Призрак стула. Ну на что не призрак коммунизма. А чё, сурово? Призрак долларов. Не подходи, это эти. Как они, блин. О. Мой персонаж говорит, что это шахиды, которые обвязаны взрывчаткой, и надо от них держаться подальше. Будем держаться от них подальше и расстреливать на дистанции. Смотри, я крысу убила. Повышение. Изгнанник, патроны плюс один каждому оружию. А ты чё? Чё ты поднял, что повышение? Тут же был этот труп с телепатической связи. Хорош. О. Я наверх пошла. Альма. Чё, сикнула, да? А чё она так близко была? Я слышу взрывчатку. Бляха-муха. Блин. Мочи его. Боже, ну же. Капец. Это вообще такие интересные. Что это за... Ну, судя по тому, что на них буква нарисована, типа анархия. Анархисты. Это, наверное, какие-нибудь культисты, да, язычники. Видел, что там на стене было? Короче, аучисты. Бахнул. Слышу взрывчатого мужика. Да мне здесь один двое было. Зачем мне его залезло? А я могу взорваться на контрол. И сдохнуть? Капец. Не только успеваю от них отстреливаться. Слушай, давай ты от меня подальше. Я тебя напрягаю. Слушай, сгинь отсюда, а. Этот вниз на прыгать. Ну-ка, покажись на меня. Да, посмотри на тебя. У-у-у. Ну куда ты, блин? Посмотри на меня. Бежал, бежал, блин. Да у меня уже время жизни ограничено, я хочу взорвать кого-нибудь. Е-е-е, поехали. Нифига ты крутой с узихами. Хочешь, я взорвусь и мы умрем? Так, давай нет. Я тут только что чуть не отъехал. О! О! Ты взорвалась, нет? Ты меня немного убили. Живешь? Нифига себе, он телепортируется, в него попасть не могу. Кто-то включил замедление.
Больно. Ты ж не забывай, что мы тут сами умеем замедление врубать, если надо. На те, говнюк. Мочи их обоих. Я почти все замедление свое расходовал. Кто-то пикает, а вон они сзади, смотри, сзади пикают. Взрывчатка. Патроны, мать твою. Упс. What the fuck, кто орёт? Судя по всему, это наша мамка орёт. О, сверху кишочки полетели, чит. Чё-то, по-моему, я кого-то слишком сильно бомбанул. Вертолёт бежим. А эту телепатическую связь ты нигде не видишь? Ладно, жмякай. Ты кнопку нажать будешь, нет? Так ты жми. Или ты типа не умеешь? Я умею. А я не могу дальше пройти. Дратуки. Ёпты. Это по... Ух ты, смотри. Уходи, говорит, живо. Мама. А чё ты к ней не подошёл-то? Я не успел. А чё это вообще было? Этот мужик, который... Ёпты. Доктор, который нас мучил, типа. Охренеть. Там что-то рычит, пошли смотреть. Тут какой-то дым бегает. Где, подожди меня, иди сюда. Тут какой-то дым бегает. Да я его найти не могу. Вот меня убегает. Да нет, тебя одна. О, люди, смотри. Какой кошмар, а? С них скальп сняли. Мерзко. Давай, иди быстрее. Ну я даже шифтануть не могу. Вон еще люди, смотри. Ух ты ж. Ни хрена ж себе. Зато здесь хавчика много. Слушай, ты голодна, нет? Как думаешь, это свежее? Там электричество. Ну как раз приготовить сразу же. О, где? Ну выглядит не очень свежим. Ну тогда не будем хавать. В принципе, я призрак, мне без разницы, типа второй раз-то, наверное, не могу умереть. О, смотри, пушка какая-то. Это дробовик. Тут чья-то нога в раковине. Ты знаешь, когда... О, гранатки, смотри. Ай. Взрывные гранатки. Не хочешь ко мне подтянуть? Ты знаешь, когда этот, как у школы письменки пришел и пытаешься помыть обувь в раковине, пока тебя не запалили? Ты хорош взрываться, да? Я, блин, даже увидеть не успеваю. Я умерла. В смысле? Ну-ка, подъем. Свежее дыхание. Там все, челик какой-то бежит. Ой, у меня ножик есть. Это твою медь. Фига тут криков. Он когда взрывается, он всех вокруг себя убивает еще. Да. Я их разрядила. Да нет. Дальше сам. Вон сверху. Да ладно. Я вообще-то по нему и отстреливал. О, смотри, тут есть пончики. Овощная смесь. Еще пончики. Ты что, это хавать готовить будешь? Тут есть, смотри, что-то. Бега. Килд хай какой-то, не знаю, что-то. Эртимен. Что-то выбор тут не особо, хоть бы какие-то крабовые палочки, что ли. Пиццу там хотя бы. Мы поищем пиццу. На поиски пиццы. Тут столько пончиков, что можно всю Америку накормить, блин. Ты что там крякаешь? А тут какой-то дебил крякает. О, ты как хочешь, я сюда пошла. Ну давай.
меня хорошее предчувствие. Когда время замедляется, надо, короче, вокруг себя резко смотреть, потому это я что... замедлил. Потому что обычно что-то происходит внезапное. Алло, это я замедляю. Вот. И время оно замедляется, типа, чтобы мы успели с тобой отреагировать. Ведь я только сказал, что вот. Я сейчас замедлил. О, ты замедляй, когда что-нибудь внезапно. Тут кто-то кетчуп опять разлил. За ему мукали, блин, какие-то свиньи. Может, это, слышишь, упаковка из-под пиццы, короче. Не пиццу съели, а вот эта коробка в соусе осталась, они ее везде разбросали. Ну, может быть. Слушай, уйди от меня. Я многоразовый этот суицидник. Ты многоразовый псих. Беги, 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 а то догони сейчас. Да ну тебя в жопу. Ой-ой. Бу-бу-бу. Сейчас я кнопку перепутаю, смотри, нечаянно. Слушай, иди нафиг. Место приседания взорвать. Ну тебя нафиг, а. Знаю я вас. Тихо, блин. Блин, у меня жизни кончаются. Слушай, уйди от меня. У меня секунд 5 где-то осталось, уже в глазах потемнело. Тем временем тут перед моей рожей телепатическая связь была, прикинь. Ага. Ну тут такие. Да. Пасть безумия. Не, имбецилы, а ну выходите. О, меня телепортировало. Там из стула, смотри, что-то вылезло. Я вижу. Ух ты. Какой убить? Слышь, ты петух, ну-ка иди сюда, глаз на жопу, на тебя моргала выколю, жрать заставлю все это. Ёп. Ой. Это да. У меня резко этот кончился. Поц. Дебил. Ау. Это больно. Ой. Красиво. Да, блин, пипец, они далеко прыгают. У меня хп сейчас кончится, блин. Я тебя опять подниму. Ой-ой, наверху смотри. У меня патроны. Я его уронила, бей его. Да он же лопнул. А, ну ок. Правда, я ему всю кабину расстрелял. Сзади. Тихо. Красиво. Короче, бегал и за тобой ножик летал. А у меня же метательное оружие, кстати. Так я знаю, не, тебе про то, что ты бежишь вот в этом теле. И у тебя это, ножик не был. Мочи петухов. Правда, здесь есть ящики. Блин, пипец тут. Красиво. Опасненько. Это да. Нифига мы его ножи-то ваншотят их вообще, если я попадаю. Смотри. А, блин. Имбецил. Сзади. Блин, улетел. Зарезал. Они сверху сыплются, и ты стоишь, они прям на тебя сверху падают. В порядке, я кнопку нажал. И вторую кнопку нажал. В порядке, калькулейтед. Все. Кинчик. Боль оптом. Во, видишь, они сами рисуют эту фигню на стенах.
че не читаешь? Грит, они тронулись из-за взрыва. Это не простые каракули психов. Сдается мне, это своего рода послание. Идем, брат. Подозреваю, назревает нечто серьезное. Да чё, Фетал, умом тронулся, что ли? Из-за взрыва все умом тронулись. И тем временем мы успешно прошли. Чё, мы сегодня всю ночь пишем? У меня как вариант рейдж ещё. Чего? Ну, либо мы продолжаем, либо рейдж я пошёл писать. Давай еще одну главу запишем. А сейчас мы можем закончить. О, смотрю, у меня рекорд. А почему у тебя счет больше, чем у меня? Я же ваншотил всех ножами метать. Ну смотри, во-первых, у меня... у тебя, смотри, 18 тысяч только за то, что дары телепатия. У меня телепатия плюс тактика плюс агрессия. Плюс за приз за убийство у меня 3000. Что у меня за агрессии 0 очков? Это что? Я типа я пацифист. Да. Приз за убийство, он чуть-чуть есть. Ты так нечестно, ты всех поубивал и стал любимчиком. Хе-хе-хе. Мамка выберет меня. Давай дальше. Посмотрим межглавие. Он пытал нас снова и снова. Все искал свой идеальный прототип телепатического командира. Я кричал так, что достиг границ разума. Но я лишь становился сильнее, ближе к матери. Поинтмена и Фетеля преследует их самый страшный кошмар. Вместе они продолжают путь к центру города. Фетела, какой нахрен Фетела? Фетел. Да, за твоего персонажа зовут Фетел. Пофиг. Внимание, граждане, незамедлительно обратитесь к патрульным Армахем, и вас проводят в безопасную зону за пределами города. Сохраняйте что-то там. Армахем никого не обманет, они никого не оставят живых. Им свидетели не нужны. Где вы, говорит, прячетесь? Караганды. А, они этих культистов отлавливают. Да. Фига, смотри, что у него с животом. Ой, игра начинается, ну давай. Игра начнется в следующей серии, или мы сразу две пишем? Чего? Пошли сразу две, тут какой-то экшон творится. Окей, погнали. Одним куском. Смотри. Пройдите через дома, чтобы разыскать чин. Фига ты подкат сделал, шупал. Я его убил. А, ну вот. Слушай, от них стволов нет сейчас, ама? О, есть. О, их тут много. Все в порядке, я бегу. Меня убили чела. Можешь забрать мои эти. Сонова бич! Нах. Ты чё делаешь, Эр? Я им пендали отвешивал. Мистер, уникальный подкат, блин. Я как будто вьетнамский флешбэк словила. Здесь о, патроны, смотри, а целая куча. Ну-ка, что здесь у нас? Так, греночки, опа, греночки, пулицки. Ну, нормально, по пулицкам все намазано. Тут нужна уборщица. Это да. Тортики какие-то. Хавай. Да они выглядят несъедобными. Может, про кухню? О, кухня. Сразу видно, что видишь, в этих ванных комнатах все чисто. Тут никто не пользуется раковинами. Ну, я бы не сказал, что они чистые. Ты не хочешь наверх ко мне подняться? Let's hurry.
Поспешим. Чем быстрее мы ее найдем, тем быстрее сможем заняться более важными делами. А мы Альму, да, ищем или кого? Ну да. Так она разве не мертва уже? Нет. А что ее призрак тут где-то я видела? Ну потому что она это... Тут какой-то пистолет с подствольником или что это? Я тут какую-то новую игрушку себе надыбал. Слышишь? Да. Тут тупик с каким-то пистолетом, может он особенный? Блин, я уже, смотри, где я упал. Я уже к тебе не выберусь. Тут прямо вот целый этаж, он весь этому пистолету посвящен. Не-не, меня не выпускают. Я походу вообще застрял намертво. Знать бы еще... Ой, помогите, помогите! Ты туда залез вообще? Ой, ой! За петух. Красивая лампа. Дерьмовый ствол. Он делает тр тр. Спускайся. Ой, еще пистолет. Да у меня хорошо тут все. Ну короче. О. В местном супермаркете походу распродажа этих мишек была. Возможно. Игрушечных. Блин, не играть мне в КС, блин. Щит горит, гранейт. О. Зачем стрелять в него, когда можно сделать красивый подкат? Ох, хэдшот гранатой. Рыж. А говоришь, не играть тебе в КС. Бах. Нифига себе. Да, так где гранат? Чё ты? Ай! слишком много гранат. Чё-то вы загранатились. Слушай, мне пошло что-то или кто-то крикнул сука? Вполне возможно. Тут такая сейчас задница была. Да блин, хорошее время замедлять. На какую кнопку ты время замедляешь? Да я, блин, не знаю. Я хочу нажать Е, но почему-то жму Ctrl. Фига ты с ноги тоже залетел. Я не только с ноги, я тут еще и типа хочу проставил. Блин, стол там. О, можно дробовик взять. Чел кинул гранату, но сдох. Ой. Блин, ну это хороший пистолет. Да, блин, откуда? Козёл мне. Как перепрыгнуть пробел. Через эту фигню? Подходишь в упор и нажимаешь пробел, он сам перепрыгивает. Да я думала, тут какая-то особая кнопка нужна, Е какая-нибудь. Next. Это у дробовика мало патронов. Чел хотел, думал, ну, смотри. Оп, и все. Тебе не больно, когда в тебя из дробовика попадает? Там не много норм вообще. Как это, как массаж. Тут снаряды, смотри. Оп. Ай. Сейчас что-то мне было довольно-таки некомфортно. Ой-ой. Ну, блин. Он меня чуть аватара не убил моего. Угу. Он у тебя скоро сам выдохнется, мне кажется. Оп. Да не, у меня тут крики по КД. Да, блин, задолбали. Ёпты. Ай, ай. Больно.
но я сдох. Ты меня не сможешь? Что, я тебя не подняла, что ли? Задание провалено. Я сдох. Фух. Вот это мясо. Ты если сдыхаешь, сдыхай ближе куда-нибудь к укрытию. Так я пытался убежать в укрытие. О, у меня даже мой аватар сохранился. Угу, нам сейчас все по новой аватар. Это, походу, там механический босс был. Да. Поэтому мы так отлетели. Мехабосс. Подножку. Эмп, что подножки делают? Они вот отсюда, смотри, вот с этой насыпи появляются. Они отсюда появляются. Ну, с том, то с насыпи. Не. Обязательно. Петручи, вы где? Там бегут. Но я и мазила. Писал щит. Вон бежит робот. Робот вышел. Блин, боеприпасы кончились. Закидываю гранаты. Закидываю, пока ты тупо. Он сломался. Бля, у меня эти боеприпасы опять кончили. Мама. Ай-яй-яй. Я ему в очко расстреливаю сейчас. Форми. Сейчас, погоди. Сейчас, держись. Сейчас я его с руки буду ломать. На тебе с ножа, гнида. У меня просто патроны кончились. Ай. Ай. Ну-ка иди сюда, на тебе. На тебе, гнида. Готов. О, взорвало, ай, смотри. Подними меня. Офигеть. Алина. Меня убивают. Я его с ножа зарезал. Хорош. Он аж взорвался. Рот. Хотя столько ему гранат, блин, вкинул этому роботу. Тупо по ГД. Да он весь пыхтит там, взрывается. Какой-то электрический такой весь. А что, с него даже ничего не выпало? Но патронов здесь мать мущая. О, дверь. Фух. Что-то, по-моему, солнечно стало. Угу. Тут немного это локацию подредактировали. А, дратути, кто там наверху? Ой, как хорошо, что я без вебки. Ух ты ж. Тут какая-то дичь. Невероятное, да? Угу. Пойду на кухне проверю, может тут есть что-нибудь. Ты что, опять к плите пошла? Милк. Микроволновка. Да, ни холодильник не открывается. Они, походу, тут все от голода сдохли. Кто-то нас ненавидит, слушай. Ты можешь бегать? Нет. Смотри, там на телевизоре было написано «I hate you». Нас кто-то ненавидит. Я хотел открыть дверь по-нормальному, она взяла, отвалилась. What the fuck? The end is night. О. Боже, помоги. Это пишут. Да. Хорош. У них тут все бутылками завалено, они уже алкоголем этим упоролись, блин. Алкаши! Слушай, у меня это помехи в глазах. По-моему, это у тебя приход начался. Мы, походу, надышались здесь. Пошли отсюда. Пока нас тоже да, не торкнуло. Да, пошли из этого притона отсюда. Здравствуйте. О, мой челик. Тут нету оружия какого-нибудь? Нет. Тут ножик вон лежит. Его, походу, мой взяла ножик. О, здорово.
Я почему-то не отражаюсь в этих зеркальных поверхностях. Вот ножики. Беспроводной телевизор. Ух. У меня есть теория. Какая? Я застряла, слушай, помоги мне. Это лагающий стул меня поймал. У меня есть теория, что они все посходили с ума не из-за божества, а из-за того, что психушку разбомбили. Хорошая версия. Нет, нам явно не сюда. Нам куда-то сюда. Что мы монстры, ясно? А, нет. Куда нам идти-то? Слушай, я вернулась сюда к телевизору, у меня опять помехи в глазах. Нам, походу, тут что-то найти надо. О, смотри, смотри, видел? Вот тут вот. Видел, видел. Это стена резонирует. Да? Ну-ка. Так он, ты мимо прошел, она как видел, раз видел. Перестала. Нам, значит, надо идти по этим рисункам. Надо искать резонирующие стены, по-любому. О, смотри, загрузка. Слышишь? Сука. Скримеры начались. Я вниз спустилась, и тут скримеры, слушай, нам вниз надо, походу. Угу. Иди сюда. То это мне страшно. Все, скримаки отпустили нас. А куда нам идти-то? Ё. Тут, короче, этот костлявый, который был, он вот в этой двери появился. Угу. Тут кто-то крик рисует, походу. Не, нам наверх, пошли наверх. Я надыбал. Унитаз. Блин. Тут что-то прям... Загадки. Ну, подожди. Блин. Я нашел. Что делать? О! Кого ты нашел? Я там только что была. Не было ничего. Как ты туда прошел? Через кухню. Итчин. Наверх залез. Но. Кухня. Ну, вот. Ты за мной. Ты типа пошел туда, откуда мы пришли? Ну, не знаю, я куда-то пошел просто. Вот сюда вниз пошли. Тут что-то светится, погоди. Такой кипиш. Это с нижнего этажа. Но. Горит. Скример. Да, ты где? Я наверху, куда ты меня провел. Что-то я вниз говорил, ну ладно, внизу все равно делать нехуй. Вот тут в двери скример был. Смотри нам сюда. Или сюда. Мне кажется, что мы попали в какую-то петлю. Но надо идти по скримерам. Ты что, не знаешь правила хоррора? Где больше всего неведомой хрени, о, туда и там. Мамочка. Нам вниз. Ну вот нам сюда. Смотри, зомби. Че ты махаешь? Стоишь. Да я всех тут перерезал, но. Пошли вниз. Я нашел. Вот, смотри, дробовик. Да зачем пошли? Не люблю дробовики. Не люблю жопу дробовачу. Ну, судя по всему, сейчас будет очередная это. Ну, видишь дырки, из них появятся монстры. Ну это ожидаемо. О, уже бегут. О! На те, на те. Иди сюда. Слышь ты.
Не давай им царапать себя, ты-то живой. Ты можешь заразиться зомби-вирусом. У меня иммунитет. Чё, сериалы не смотрел про зомби? Я бы говорил. Ой, меня кто-то ударил сильно. Иди сюда, слышь ты. Не знаю, я повышение. Тупо, я тупо кого-то всех режу, пока да и все. В этой мне. Игре, если бить людей, ты будешь повышение получать. Согласен. О, крики. Лутай скорей. Ёпты. Кто-нибудь блин, меня? Я не вижу, у меня экран завис. Тебя кто-то поцеловал. Прикольно. А я, короче, не могла повернуть экран и видела кусок, как тебя на руки подняли и поцеловали. Ой, я видел какую-то рожу. Теперь ты обязан жениться на нем. Да фуна. Говорит Чин Сунг Вон. Меня кто-нибудь слышит? Я получила информацию, которую необходимо передать общественности. Но меня окружают карательные отряды Армахема. Забудь об этой девчонке. Ее спасение твои проблемы не решит. Ее жизнь ничто по сравнению с тем, что творится вокруг. Вспомни, зачем мы вернулись в эту проклятую дыру. Проклятую. Надо найти ретранслятор и следовать по служебным туннелям, ведущим в город. Это единственный способ добраться до меня. Когда мне было 10 лет, мать обратилась ко мне. Мы объединили разум. Она пыталась найти способ сбежать из заключения. Через 6 дней наши друзья из Армахема убили ее, отключив систему жизнеобеспечения. Эти люди, выжившие, тоже общались с ней. Я ж говорю, они с какой-то неведомой херней общались. Поэтому они все посходили с ума. Все из-за психушки. Как это с неведомой фигней? А как же наша маман? Эта зачистка не просто неудачный рекламный ход. Это попытка взять под контроль нечто невероятно могущественное. Тебя дырка во лбу не жмет? Ты бы свое лицо видел. Да, я видел. Центр горит, Скера, что-то там. Соберись, они знают, что ты здесь. Да насрать, всех расстреляю. Я чувствую себя сюжетным неписем, знаешь это? Ты есть сюжетный непись. То есть ты в игру играешь, а я чисто так хожу это. Чисто со мной за компанию шастаешь. Да, это, кстати, прикольно. Ты тут в хоррор играешь, а я чисто так чилю хожу за компанию. Я тебе всю спину нахрен исчесал. Не, на самом деле, вот тебе бы поиграть бы в первый и второй, вот там вот ты в натуре обтекаешься. О, снайперская винтовка. Да, в жопу ее. Ну давай. А я с ней похожу. Я ее уже взяла. Эй. О, минус нога. Короче, ладно, войдёт. Я ваншот в ногу давай, дала. Давай. Да блин, фига дергает в этой снайперской винтовке. Замедление включай, будет проще. А у меня оно есть? Проверь. Это если Ctrl нажму, у меня этот труп вывалится. Он снайперская винтовка в упор, кстати, неплохо попадает. Неплохо попадают в упор мои подкаты. Чуть к тебе, блин, не подкатил. Ну, может, нет. Я передумал. Ты ко мне уже подкатил, Сережа. В реальной жизни, блин. О, что-то... О, вертушка. О, бежим, бежим, бежим. Зачем? Вертушка это всегда плохо, я еще в Half-Life это запомнила. Вертушки нету, мама помогла.
Они становятся сильнее. Мне кажется, по сравнению с нашим маман никто сильнее не будет. Слушай, я сейчас умру, и этот, как его тут, телепатическая связь. Ну так, используй. Ну, то есть... А ты винтовку-то забери мою с гранатой. А зачем мне винтовка? Вон еще одна. Кто? Винтовка. Ну. Ой, горячо. О, пустите меня туда, я хочу в того робота. Зацени. Слушай, тебе не дадут твоего робота. Да ладно. Сейчас повеселимся. Так, покажите петухов. Пошли куда-нибудь, робот, блин. О, нифига, что ты умеешь. А что я делаю? Ты летишь. О, это джетпак, все. А куда идти-то? Не знаю. Я, короче, это... Да блин, я даже никого взять не успеваю. Фига ты, как танк. Я и есть танк. Еп. Ай, горячо. Ты нашла себе турпак-то? Да. О, еще один, смотри. Мочи его. Так, у меня это прочность падает. Бля, он в меня стреляет. И все, он падает. У меня как раз перегрев. Да, нормас. Это да. Прям в табло прилетело, пацану. Что-то все чаще глючит, по-моему. Сцены этих наших персонажей. Ага. О, опять галюники, смотри. Ничего не знаю, я в роботе не насрать. Бежим отсюда, мне кажется, это сзади. Не ссы, робот защитит нас. О, вертуха. Ой, блин. Блин, красивая локация. Мои наследники должны были стать богатыми. Так, по-моему, тот мужик, да, говорит? Да. Ты как хочешь, я пошла в детский домик. Все, я в домике. Дитятка. Я в домике, идите нафиг. Ничего мне не надо. Они стали чудовищами. А я нас нашел. Загрузка. Низкий демонический голос. Один. Вон там за машиной тебе трупак. Дайте гранату. Ты чё толкаешься? Не мешайся под ногами. Блин, веселуха. Во втором фиаре, кстати, тоже давали погонять в роботе. Фигаще. Я у него прыщи на лице даже разглядела. Кого? Да тут один в меня прям бежал. Не. Эх. Все, твоя эта вечеринка закончилась? К сожалению, да. Я тебе 177 патронов несу. Да. Подтягивайся давай, алло. Тут какие-то лабиринты. А ты чё умер? Ну как бы тут народа много. Блин. Блин, убей этот говно над собой. Я ничего не могу, никого не вижу, ёпта. Так всех попереубивал, кого видел. Ты там прям над тобой челик стоял. Не он видел, не давал мне тебя воскресить. Вышла на меня пачка имбецилов. О, еще пачка. Но это уже твоя пачка.
попадать бы в них еще. Че-то разве сложно? А че-то я синим был. Да я тебя бафнула. Зачем? Чтоб ты его с руки быстрее убил. Ты его так зарядил нормально. О, смотри, стой. Там босс. Ух ты. Протоколы зарядки выполнены. Базовая технология на максимальном уровне. Я тебе говорю, это босс. Дайте я тоже позаряжаюсь. Иди тело себе ищи. Надо мочить, по-моему, эти зарядочные станции, мне кажется. Алло, выпани. Алина. Да блин, тут война, блин. Ну какие-то муфты надо ломать. Пипец, я сейчас умру нафиг. Надо ломать бочки вот эти, от которых он заряжается. Сдавайся, говорит, у тебя нет шансов. Взаимомукал уже. Блин, меня убили. Вот это мясо. Мне кажется, мы что-то не то делаем. Вы станете свидетелем кошмарной жестокости в пригороде. Тем не менее, ваша задача разыскать Чин. Чин-чин. Муфты на генераторе надо убить. А, все, я понял. Да ёпты. Подними. Да блин, ты чё умираешь-то пока, да? Ты можешь встать за какое-нибудь укрытие и на этот, на ку? Я вообще-то и сидел за укрытие. А как ты умер? Как стреляли. Да ёпты. Да не взаимомукали меня уже, ложи. Ой. Там прям, смотри, все повзрывалось. Вот этот... А, так мы выиграли, смотри. Да. Внезапно. Элементарно просто оказалось. А мы тут... А что ты сделал? Ну как бы муфты все переломал. Так их 4 было же, не? 6. Смотри, здесь 3 вот, и вот еще с той стороны 3. Угу. Смотри, тут подвал. Пошли. Нам как раз через бомбоубежище какое-то надо было идти. Драка в ратуше. Я думала, она будет нам рада. Ты! Я знала, что ты придешь за мной, если выживешь. Тебя черти носили. Неважно. Хочу тебе кое-что показать. Где-где? В дурке. Его зовут Майкл Беккет, отряд Дельта. Судя по всему, он связан с секретным проектом Армахима. Альма. Ясно, родня. А я тебя предупреждал, брат. Да эта сучка мной одержима, вы что, не понимаете? Для чего ее создали? Чего можно добиться с помощью такого кошмара? Ужас. Она меня изнасиловала. Слышишь, Армахем? Она, мать вашу, беременна. Все, уводят его. Призрак воплоти.
Надо действовать быстро, раз этим кончать. Она ничего не знает. Почему ты молчишь все время? Все эти паранормальные аномалии, словно, даже не знаю, словно схватки. И судя по их интенсивности, времени у нас очень мало. Ты со мной? Нет, это было шикарно. Давайте на этом закончим. Подожди, давай в следующую главу хотя бы загрузимся. Я чувствовал гнев матери. Она ненавидела его за то, что он сотворил с нами. Ее время приближалось. Она готовилась к мести. И наше время тоже придет. Мы сотрем воспоминания о его пытках. Что-то у моего персонажа уже крыша поехала. Падки Альпер разрывают мир на части. Братья должны поспешить к Бекету, чтобы успеть остановить роды. Я почти не слышно. Одну секунду. Внимание, в исполнение общего приказа номер 13. Всем сотрудникам Армахим явиться в аэропорт почтового управления для немедленной эвакуации. Шаттлы штурмовиков готовы к запуску. Последний транспорт отбывает через... Сколько там? Через час, по-моему. Я видела, как в Армахиме переделывали шаттлы штурмовиков пассажирский транспорт. Теперь все понятно. Надо угнать один из них, если мы хотим успеть добраться до Бекета. Судя по пленке, которую я тебе показала, Бекет в руках Армахима, возможно, он в портовом управлении ждет отбытия со всеми остальными. Ты что им сказал, что они так накинулись? Продолжим в следующей серии. Срочно. Срочно заканчиваем серию. Короче, ладно, ребят, на этом мы с вами и закончим. Всем, ребят, спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал Полины и на мой канал. И не забывайте ставить лайки. Ну а мы с вами встретимся... До новых встреч, ребят. Пока-пока. Пока-пока.